Всех следующих выборов, какими они бы они не были, будут это перевыборы в Государственную Думу или выборы президента, очень важно идти наблюдателем. Как вообще важно не быть пассивным и безразличным в нашем обществе. Каждый может бороться за свои права и за права окружающих людей, и власть должна быть под контролем, под нашим контролем. И этот контроль – это наши действия, борьба за интересы населения. Например, каждый из нас можно проголосовать за таких людей, которые будут отстаивать наши интересы, которые будут обеспечивать нам удобную городскую среду, которые не будут вырубать деревья у нас под окном. Но сейчас мы можем потребовать даже от нынешних властей соблюдать наши права и наши интересы. Говоря о городской среде даже, мы прекрасно знаем, что не только здоровым людям, но и тем более инвалидам очень сложно находиться в нашем городе. И самое важное, нужно сказать об ответственности. Ответственность должна быть не власть, но и каждый из нас должен нести ответственность за свои поступки, за действия и бездействия. Спасибо большое. Я надеюсь, что давайте попытаемся сделать так, чтобы каждый из нас в силу своих возможностей всегда боролся с окутавшей нас ложью и несправедливостью. Спасибо. А давайте скажем наблюдателям, которые по всей стране ловили за руку воров и жуликов, что они молодцы. Молодцы!